Главы политических групп в Европарламенте приняли совместное заявление о предоставлении статуса кандидата Республики Молдова и Украине в Европейском Совете, заседание которого состоится 23-24 июня. В принятом заявлении говорится, что Европейский Союз должен проявить мужество, решимость и дальновидность в нынешних условиях жесткой агрессивной войны против нашего европейского соседа. Депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан написал в соцсети, что Европарламент – главный сторонник европейского курса Украины и Республики Молдова. «Мы, Европейский парламент, 1 марта приняли резолюцию, в которой предлагаем Украине европерспективу. Мы также приняли 5 мая подавляющим большинством голосов резолюцию о предоставлении статуса кандидата Республики Молдова. Пришло время другим европейским институтам более четко продемонстрировать свою поддержку европейского курса Украины и Республики Молдова, предоставив обеим странам статус кандидатов. В Европарламенте поняли, что Молдова также важна для Евросоюза, как и Украина», – заключил Мурешан. Республика Молдова подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Документ подписали президент Майя Санду, спикер парламента Игорь Гроссу и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.